В больших городах бродячие животные давно стали частью местной экосистемы, и каждый год количество тех, кого выбросили из дома на городские улицы, только растет. Избавляются от животных по разным причинам, но бездомными они становятся не по собственной вине, а из-за жестокости человека. Шансы оказаться на улице выше у больных собак или тех, кто требует к себе много внимания. Рассчитывать на доброту прохожих животным также не приходится. Большинство городских жителей так привыкло к бродяжкам на улицах, что просто не обращает на них внимания. Люди игнорируют бездомных животных, а те вынуждены искать для себя пропитание в мусорных баках. Но находятся и те, кто не может пройти мимо страданий братьев наших меньших. Как-то раз в городе заговорили о том, что в ловушку попалась большая собака, и теперь животное испытывает боль и муки. Собака и правда была истощена и выглядела очень уставшей. В речной канал спасать животного отправились волонтеры. Когда они нашли собаку, она почти не двигалась, и когда один из добровольцев просто погладил ее, из глаз животного покатились слезы. Собака просто забыла, что кроме жестокости и равнодушия от людей может исходить еще любовь и доброта. Спасенную собачку назвали Бигги, а она поправилась после своих скитаний и нашла новую любящую семью. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!